Теперь в учреждение вернулись воспитанники, и детсад заработал в прежнем режиме. На восстановление дошкольного учреждения потребовалось всего 3 недели, и в этом огромная заслуга добровольцев. Их огромную работу и помощь отметил глава региона Вениамин Кондратьев, прокомментировав это в своем микроблоге в Твиттер. В Кабардинской следом за отремонтированной школой открываем и детсад, пострадавший от наводнения. Восстанавливать его помогали сотни волонтеров со всей Кубани. Благодарю их за самоотверженный труд и за вклад в развитие добровольческого движения. Напомню, месяц назад во время страшного ЧП одноэтажное здание практически полностью ушло под воду. От сырости мебель разбухла, игрушки и техника пришли в негодность. Неисправен был и пищеблок. Вода стояла в помещении 2 дня. Больше 70 детей остались без сада. Последствия на месте начали ликвидировать сразу же. В крошечных группах ежедневно трудились сотни волонтеров. Несколько дней на полную мощность работало отопление, чтобы как можно скорее просушить здание и избавиться от запаха сырости. Теперь в саду новые кровати, кроватки, шторы, игрушки и современное оборудование в пищеблоке.